И всем привет, ребят, дорогие друзья, вы на канале Альфа. И сегодня, ребят, короче, хочу поиграть игру под названием World of Tanks Blitz. Сегодня, ребят, будем играть за мою мини-бронированную машинку. Это так, в скобочках. За ВК-168.01П. Вот, ребята, моя машинка, можно так сказать. Немец, ребята, 8 уровня. Недавно, ребята, он мне выпал. Думаю, вы уже все знаете об этом. Смотрели мои шортс-видео. Мое шортс-видео, да. Там, ребят, все о нем сказано. В общем, максимально прокачан. Премка. Премиум танк. Вот его характеристики, как вы можете видеть. Также, ребята, я хочу сегодня за него сыграть несколько каточек. Хотя бы... До часика видео хочу сделать свое такое первое видео долгое на канале. До часика. Вы, ребят, ставьте лайкос, комментарий, подписочку, колокольчик. Все в этом духе. Подписывайтесь также на всех моих друзей. Также на все мои соцсети. Я это не просто говорю, а подписывайтесь. Также на все мои инстаграм-аккаунты. Все, ребят. Это все, что я хотел вам поведать, сказать. И все в этом духе. Надеюсь, ребят, что все будет хорошо, ничего не будет лагать, и все в этом духе. Думаю, ребят, стоит приступить. Поехали, в бой. Потому что чем больше будем говорить, тем меньше мы каток сыграем за эту серию. Если реально хочу снять часовое видео. Так, почему-то у нас, как обычно, горячие пески карта. Просто постоянно, я не знаю, почему так. Мало меня уже, да, кстати, бустов уже. Да. Сегодня я записываю ролик сам, без никого. Как-то так. Пока что никто не призвал кого. Хотя один там подписчик тоже написал, типа, когда со мной сыграешь. Вроде Борода Плей канал называется. Ну, еще сыграем. Да. Я ему ответил, чтобы он в Инстаграм мне написал там. Так, ребят, я, конечно, немного неудобно играю. Из-за этого я частенько так сливаю. Но если я буду сейчас нормально играть... Вот прям нормально возьму телефон. Тогда вы меня будете плохо слышать, и это будет очень обидно. Но я в будущем постараюсь эту проблему решить, и все будет нормально. Так, ну, благо вы меня нормально слышите, это уже очень хорошо. Так как звук очень важен, да, при просмотре ролика. Не так, как картинка, но все же. Я не знаю, честно, ребят, что важнее, либо звук, либо картинка. Хотя... Если так смотреть, то и то, и то очень важно, как бы для видео. Так что, ребята, тут сложно судить, честно. Честно говоря, я не могу дать точный ответ вам. Так, мы сливаем, потому что у нас тут один танчик туда поехал, зараза. Они его убили. Ладно, сейчас мы поедем, надеюсь, захватим эту базу. Ладно, то есть эту точку. Хотя не захватим. Погодите-ка, погодите. Так, второго тигра вынесли. Хотя я его называю королевский тигр, потому что мне так привычней. Ничего, не попал, не попал, не? Не попал, да? Уезжай давай. Хотя бы тебя с радостью добил бы. Так. Так, они там, походу, сейчас будут на нас ехать прям. Ну хорошо, давайте, дружище. Едьте к нам. Блин, гребаный песок. Ну чтоб ты... Давай, не попади в меня, пожалуйста, дружище. Если ты попадешь, будет очень обидно. Так, вот этот танк очень рискует прям. Бортом своим. Су, ну ё-моё, ну что ты стоишь? Капец, боже. Давай, Су, стреляй в него, давай. Давай, я прям сейчас внесусь в него. Давай, давай, давай. Мы должны его взять. О, отлично, он горит даже, супер. Так, разворот, разворот, тихо, 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 тихо. Ну, твари, ну, подонки. Извините за выражение, ребят, ну, просто бомбит. Ну, ты тварь, серьезно. Я хочу тебе движок поджечь. Можно вам движки поджечь? Пацаны, можно? Думаешь, вы не возражаете? Так как это очень полезно для меня. Для моей победы. Ну, это очень большая проблема этих больших танков. У них еле-еле крутится башенька. Просто еле-еле. Тихо-тихо-тихо.
Все, дружище, я отвечаю, тебя сейчас добью. Ну, блин, ну... Зря я это сказал. Ну что, смотрим. Так, я надеюсь, моя команда не подведет меня, так как они вроде как должны нормально играть. Они же как-то выжили. Правда, их покоцали немного, но все же. Так. А мы лежим, так сказать, и догораем. Угу. Пацаны, вы что, не можете убить их? Серьезно, вас трое. То есть одного не можете убить, ну ё-моё. Т-69, давай. Боже, какие они медленные, ну ё-моё. Есть, ура. Супер. У них же танки, блин, быстрее, чем моя черепаха, серьезно. Это такие есть. Кстати, я еще ни разу не встречал танк в катке, который прям, ну, на меня похож. Собрат. Своего собрата не встречал. Спросите, ребят, почему это видео будет идти час? Потому что у меня премиум аккаунт. Это будет очень полезно и для аккаунта, извиняюсь, микрофон закрыл случайно, и для ролика на YouTube. Вам будет, ну, приятно посмотреть, думаю, побольше. Но мало кто будет смотреть до конца. Но все же, ребята, есть такие люди, и думаю, они найдутся. Которым интересно будет смотреть. Так. Да. Так. Томагавк. Что за имя такое? Это Премка, наверное, или что-то за танк? Дружище, ты шо? Кто это там на меня? Тихо. Ну ты... Так, мне там, ребят, подписчик написал. Так, в общем, ребятульки, мы уже так неплохо покоцаны, так что это проблемка. Для нас это проблемочка. Ну, я думал попаду, но я не попал. Так, ладно. Они там друг друга стреляют, но никого не пробивает. Ну, в принципе, это хорошо, так как я не хочу, чтобы нашего пробили. Пантера приехала. Ну, блин, ну, да я добью, пожалуйста. Мне очень надо добить его. Я вроде как смотрел этот танк, вроде как, я не знаю, или 30 тонн, или больше, честно говоря. Ну, он очень тяжелый, этот танк. Честно, ребят, не могу сказать, но что-то такое... Я третий читал про него, да. Давайте, я добью, пожалуйста. Ребята. Ну ладно, добивайте. Фиг с этим танком. Так, ладно, ехали, поехали. Иса добили, к сожалению. Без меня. Я не добил, ну ладно. А, кто? Ты в меня стреляешь? Так как ты посмел, блин? Так, у нас тут еще интересный гость. Так, рашим сюда. Давай башеньку ему, башеньку. В башеньку, пацаны, давайте. Так, смачно выстрелили. Ну, я думаю, в принципе, мы сейчас поедем... Вот сюда или как? Или стоя нам помочь нашим? Там Фердинанд вроде как еще есть. Давайте добей. Да я и добью. Да, там Фердинанд. Ну что, немец? Давай, сейчас мы тебя нацелим. И как вынесем с одного выстрела? Я надеюсь, ты не уедешь? Блин, ну... Дайте его добить. Я готов стрелять, давай. Стреляйте вы в него! Ну! А, у меня пинг. Понимаю. Что будем делать? Вон, поехали налево. Пусть они там сами справятся без меня, думаю. Думаю, что им там будет без меня хорошо. Так. Блин, ну что сказать? Я думаю, что башню... Ну, то есть, базу не стоит захватывать. ЛТ-432. Сейчас мы ЛТ-шку вынесем. Да, вынесли. Мы в землю просто провалились из-за интернета. Так, стоп. Тихо. Неплохо так мы нанесли урон.
Охренеть, пантера быстрая, ё-моё. Чисто немного в шоке. Ну вот и все. Отлично. Победа наша. Это хорошо. Почти сотку дали. 1000 кредитов почти дали. Ну, мало. Мало дали нам. Ну, хотя ладно, я прикалываюсь. Какой мало, нормально дали. Ну, до сотки еще нам было бы далеко, да. Да, ни у кого нет такого танка, как у меня. Да. Ну, из нашей компании тут. Ну что, ребяточки, поехали. Тут у нас Емиль. Да, помню этот. Даня мне говорил о нем, что он типа страшный. Страшный танк. Лучше от него подальше держаться. Ну, это наш то есть союзник, так что все нормально. А так вроде он то ли французский, то ли я не помню еще, да. Так, я предлагаю ехать за этим тигром. Я надеюсь, он далеко от меня не уедет, потому что он уже от меня так, так, отдаляется, да. Видимо, нет, не уедет далеко он от меня. Так, вылезай. Ну, куда пропал? Грёбаная броня. Немец, зараза. У нас там интересные гости. Я думаю, если мы перезарядимся вовремя и сможем дать так неплохой залп. Хотя не получится. Но верную. Опа! Ну, мы сушки не дали, но все же тигру досталось. Нам тоже. Блин, немного не то, потому что у меня запись там находится. Блин, зараза. М. Отлично. Проблемка у нас тут. Ладно. Фугасом, зараза. Фугасом заряжаешь? Ну, я не знаю, я не буду стрелять, наверное, в тигра, или лучше все-таки стрелять в него. Потому что его не пробью. Попробуем. Попробовали, нормально, даже не попали, понимаю. Хорошо стрельнули. Ничего не скажешь. Ты что ж ты так стреляешь больно? Едем, ребятки, едем. Стоять. Я тебя добью. Я добью тебя, стой. Тебя никто не должен уничтожить, кроме меня, никто. Хоть у тебя и урон большой, я тебя не боюсь. Теперь боюсь. Теперь я тебя боюсь жестко. Оба-на, его добили. Так, 3 танка осталось. Думаю, тут никто не выйдет на нас. Так, пунтера тут. Чё движок не могу попасть, чтобы он загорелся прям? Почему так? Блин, больно, ё-моё, я добью. Ребят, я... Твою... Поспешил. Так, я думаю объехать. Объехать его сбоку, либо же сзади. Так, у нас 47 хп. У нас остается один шанс выстрелить. Но если он не пробьет меня, если у него перезарядка медленная, ну, медленнее, чем у меня, то я смогу выжить. Но если он меня еще не заметит, так как я еще буду подниматься сюда лет 5, наверное, на вот эту скалу. Если поднимусь вообще. Понимаю. Да. Поднимаемся, ребят, поднимаемся. Так, ладно, едем сюда. За нами там Емиль едет, но он быстрее меня, поэтому он меня сейчас обгонит. Лично я так думаю. И с третьей там у нас, да? Ага, он даже на высотке еще. Хорошо, в принципе, у нас есть шанс его уничтожить. Но, по всей видимости, нет. Он просто уехал.
Да, у нас только одного уничтожили. Можно сказать, двоих, но я еще живой. Надеюсь. Все, победа наша. Так, они уже поднимаются там у них. Я думал, там Фердинанд, но нет, там не Фердинанд. И с третьей, только попробуй его убить. Зараза, сейчас его убью точно. В смысле, а мы что, утонуть можем? Серьезно? Охренеть, я не знал. Об этом. Так, вперед! Вперед! В полный вперед, давай! Все, выстрелю, давай! Пум! Красиво было. Победа, ребята, на нашей стороне. Так, нам дадут 70 тысяч опыта, надеюсь. То есть коинсов. Какого опыта? 6-8. Ну ладно, почти. Почти дали нам, да. Так, ребят, ну что, поехали дальше играть. Погодите, что у нас там по квестам? Ну, по квестам у нас в рейтинге участвовать, ребята. Поехали тогда в рейтинг, что тогда тянуть резину? В принципе, я не хочу делать для этого отдельный ролик, поэтому можно сейчас в рейтинге сыграть, потому что там не очень-то сложно. Я играл там уже. 3 катки. Вроде или 4. Тогда у меня последняя катка получилась как-то неудачно, потому что я тогда еще не отходил, потому что так надо было. И, в общем, проиграл, можно так сказать. Так, мы в городе. Честно, меня это не очень радует, так как я в городе не очень люблю танки. Да. Он где-то в горах, а там, возможно, да. Все, поехали. Ну что, ребятки, готовы? В атаку и в полный вперед, давай. Поехали. Так, точно, хорошо, поехали. И с пятой. Ну что, дружище, поедем с тобой или как? Или вот с этим Лёбом. Или как он там читается правильно. Ну, тоже немец вроде. Да. Так, мы уже видим противников. Вон, поехали вот с этим Лёвом или как он. Да. Так, я твоя помощь, блин. Так. Так, у них тоже там танчики, ну, не такие себе, блин, конечно. Отпор могут дать, да. Т-49, вот честно, я не знаю, стоит ли на него ехать. Либо же просто объехать, лучше объехать. Так, что это там за танчик у нас? А, он там уж. Блин, сейчас Свея убьют. Дружище, убегай. Стоять! Куда едешь, а? Стоять, да? Все, все, тебе задница, дружище. Я надеюсь на это. Дайте я убью, нет, не убью. Тихо, 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 тихо. Там у нас интересный гость. Давай, сейчас он будет готов. Ну, готов, так и думал. Так, туда не выезжаем. Не выезжаем, а то там опасненько. Так, прячемся вот за эту. А, за дорогу прячемся, можно так сказать. Нашего убили, твари. Блин, что ж я так целюсь. Да, если бы вы еще видели, как я играю, пытаясь микрофон не закрывать, вот это вообще жесть. Вам бы, ребят, это точно показалось бы странным. Так, ну, как минимум. Вот если бы они выехали сюда, о, там уже, то он не собирается выезжать. Зато Т-49 чит, как может. Оба-на, зверобой, что-то так его хотел сказать. Опа! Так, мы его зафиксировали в историю. Так, Т-49. Ну что, ребята, прыгаем или как, я не знаю, поехали. Я надеюсь, мы ничего с нами не случится. Ух ты. Да, куда с такой махиной случится, что? Хотя немного вроде мы повредились. Либо это уже так было. Не знаю. Пролетел. Дружок у нас там пролетел, видно.
Видимо, быстрый. Ладно. Что, ребят, можно сказать? Танк мне очень понравился, я в восторге от него. Так что, ребята, то, что за него предлагают, когда ты его продаешь 1,5 миллиона, то есть 1,5 миллиона, это такое себе, я бы не продал его, честно. Мало за него дают. Думаю, что не стоит его продавать. Да и я не собираюсь даже, да. Дали бы за него 500 золота, я бы и тоже не продал, думаю. Вот 10 тысяч, если бы дали, возможно, бы, возможно, все, да. Ну, а так, не знаю. Честно говоря, как бы я поступил, если бы было все на самом деле. Не говорить одно, а на самом деле то все другое. Так, впрочем, ничего нового. Едем вперед. Так, у нас тютера. У нас тут никого нет. Я подозреваю, что он где-то там. Мне кажется, что он возле Б. Где-то там крутится. Ну, Б, да, я тоже думаю, что Б. Что у нас за танки? Погодите. А он на А? Из 5. Ну, конечно, у нас же танки еще не самые быстрые. Так, ладно, я точку С сейчас буду захватывать, так как это капец. Не ожидал, что он на А будет, честно, ребят. Ну ладно. Да, стоят на месте, потому что если мы будем за ним все ездить, потому что это бред. Он может выиграть просто. По времени. И все. И финита ля комедия. Так. И думаю, он сюда не прорвется. Скорее всего, его Лев надежный уничтожит. Хотя нет. Так, ладно, пусть он там. Хорошо. Он ко мне едет или как? Я не могу понять. Либо меня ждет. Зараза такая. Тих, сзади. Ну, тварь. Бля. Я мог его уничтожить. Сейчас он будет нас кружить. Нет, не будет. Потому что я, зараза, косой попал в стенку. Ах, думал попаду, но не попал. Эх, не получилось, к сожалению. Ну, впрочем, ребята, мы с премкой, так что, думаю, нам нормально дадут. Все же, да. Так, что-то как-то долговато уже грузит. А, боже мой, что ж такое? Так, нам дали 45 тысяч, серьезно? Капец, я думал, дадут больше, честно говоря. Так, что у нас тут? Угу. Понятненько, ладненько. Это нам не нужно. Не нужно. А, это же еще рейтинговый, точно. Ну, поехали еще две катки в рейтинг. Катнем. Эллада. И Эллада. Как-то я не знаю, честно, как карта правильно читается. Ну. Не-не-нет. Есть у противника такой самый же танк, как у меня. Все-таки есть. Танки выпадают людям такие самые, как у меня. Ну, ладно. Внимание на квадрат 9. Я не буду туда ехать. Я немного вот так поеду. Вперед. Так, Су-152, ты не должен никуда ехать, кроме переда. Поэтому едем вперед все. Так, я думаю, еще стоя вот так сделать. Тут остаться. Не оттуда они едут. Так, там как раз та самая ВКшка, как и я.
КВ-5, Емель. Ух, как мы их бьем. Меня Эмиль подсветил или кто, я не могу понять. Оу. Зараза, не туда, я не попал вообще даже. Нет. Реально бьют. Прям реально. Не стоит это делать, думаю. Тихо. КВХ-5. Зараза, броня. Мне кажется, мы эту катку сольем. Да, если так будет дальше продолжаться, то тогда все будет очень печально. Мы должны уходить. Все, ребятки, уходим отсюда. Опять меня светят, так тоже, блин. Понимаю. Не пробиваешь. Хорошо. Так, пробивает. Это плохо. Зараза. Отлично. Крутимся, вертимся. Так, все довольно-таки плохо. Так, КВ-5, тихо. Давай, КВ-5 хотя бы, давай. Так, КВ-5 будет меня теперь шугаться, наверное. Либо же сейчас нанесет ответный удар. Хотя вроде нет. Блин, там ЛТ-шка, блин. ЛТ-шка, то есть. Хотя бы КВ-5 надо забрать, ребят. Ну, блин. Давай. КВ-5, блин. Все. 1-7. Сколько нам сейчас дадут? Там вообще, наверное, 5000 дадут, небось. Коинсов. Ну, либо же кредитов. Нет, не 5. Ну, ладно. Даже если бы мы без премиума были, нам бы тоже 5 бы не дали. Так, ладно, поехали. Поехали. Надо нам две катки вроде победить, а не отыграть, да. Ну, ладно, посмотрим. 152 зверобой. Угу. Так, у нас туда проблема, ребят. Куда бы ехать? Я не знаю, честно. Через склад я не поеду, так как там довольно-таки опасненько. Ладно, подумаем, куда ехать. Подумаем, ребята, еще. Да в атаку то понятно. Ладно. Попробуем так. Через С поехать. Тут, наверное, никого нету, да? Пока что хорошо. У меня уже светит. Тигер 2. Тигр 2, хорошо. Тигр так тигр. Так, ну они уже уехали вроде как. Можно попробовать их захватить, но я не знаю. Ладно, поедем сюда.
Нашу пантеру убрали. Так. Так, едем сюда. На подмогу. Да быстрее едь ты, черепаха, блин. Пипец, он медленный, боже мой. Блин, нас всех убивают, капец. Не, ребят, кажется, я этот квест выполнил вне видео, да. Противник уничтожен. Ну а что этот один? Мы одного только убили. Химеру нужно убрать. Кто там сможет у меня, бред, стрелять? Кто там? Ага. Ир 2. Броня не пробита. Быстрее, быстрее, быстрее. Гусеницы повреждены. Капец, не убери зарядку. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Броня не пробита. Понимаю. Я еще один остался, ну. Я ничего, как бы, ну. Ни на что и надеялся, да, можно так сказать. Победа. Победа в скобочках. Супер, просто супер. Что вы, счастливчик? Ну да. Счастливчик. Так, ребята, в общем. Поехали, отыграем следующие 30 минут. Ну, то есть уже 27 минут. Отыграем, пожалуй, просто в обычных боях. И попробуем 100 тысяч коинсов сделать за одну каточку. Ну, 100 тысяч кредитов, кому как удобно. Если за меня не сделают они, да. Быстрое убийство. То есть тут надо убивать еще, это тоже главное. Это у нас, в принципе, такие гости. Бой начинается. Да, тигр 2 свирепый. Че ж ты свирепый, друг мой, а? Я тебя вот так вот. И вся твоя свирепость кончится. Нет, не кончится, ладно. Так, поехали сюда. Там еще и пантеры даже, да? Ну, хорошо. Так, тихо. А что эта гусеница-то даст, а? Что я ее сбил? Ничего она не даст. Никакого результата. Нам. Ну и броня. Вы же в дно стреляете, ребята. А не в бок. Не в бочину же стрелять, правильно? Ну то есть, если он так повернут к нам. Лобовой частью. Зараза! Я мог не попасть под этот выстрел. Твою мать. Там еще один. Зараза! Да работает эта тактика пробиванием вниз. В дно танка. Зараза, зараза, зараза! Быстрее давай! Да перезарядку быстрее включай! Пум. Вот куда этот тигр стреляет, я не могу понять. Как он может не пробивать? Бомбит уже от него, честно говоря. Так, я сюда поеду. Так, пока что мы ни одного танчика не потеряли. Слава богу. Но сейчас можем потерять, да. Если не поможем. Уже потеряли. Стоять!
Куда? Куда поехали? Стой. Так, 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 целимся. Блин, зараза, увидел. Так. Молодец, красава. Ладно, будем этого контрить. Тихо, 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 тихо. Зараза! Блин. Ребята, я мог не подохнуть. Если бы вовремя отошел назад. Теперь просто лежим тут. Капец. Боже мой. Это вообще красавчик. Просто стоит. Ждет своего. Ну вот это вообще просто убьют. Вот серьезно, сейчас он не выстрелит. Капец. Его просто несут. Стреляй! Фух, тигр вроде как ожил. Но вроде как и нет. Да. Давай АТ-15 хотя бы вы завалите. Давай, давай, давай. Это такой танчик, что он... К нему нужен особый подход. Давай. Красава. Все, ребята. Эта каточка была затащена. Так. Что теперь, спросите вы меня? Теперь, ребята, мы поехали. 96. Почти. Почти соточку сделали. Почти. Но это нас не останавливает. Мы идем дальше. Все-таки хочу сделать часовое видео. Первый раз на своем канале. Вроде как первый раз, да. Раньше такие видео я не снимал, но посмотрим. Так, что у нас тут за танчики у вас, ребятки? Угу. ИС-3. Ну хорошо. Поехали. Так, поедем с ними. ИС-3, с ними едь. Стоять! Зараза, с ними нужно ехать. Ну и ладно. Едьте туда. Так, едем сюда, ребятка. Ребятка. Ребятки, так. Охренеть, я представляю, насколько вот это большое, которое нефть вроде как добывает. И я смотрю на танк. Охренеть, какой же этот танк просто великий. Я не ошибаюсь, ребят, он просто огромный, я в шоке. О боже, так. Так, у нас там никого. Ну, вроде как там никого не вижу, поэтому по рельсам поедем. Так, АТ-15. АТ-15. Увидели. Промахнулись, как обычно. Зараза. ИС-2. Тебе задница. Давай, трак ему разбили. Давайте, стрельните в него еще разок. Парни, давайте. Серьезно, гусеница только. Вы гоните. Давай, давай, я должен ИСа второго уничтожить просто. Он уехал, понимаю. На кого мне переключаться, спросите вы? А я вам отвечу, я сам не знаю. Хотя нет, знаю.
Ну давай в движок надо попасть ему. Просто в движок и ты все уже давай. Нет, не все. Так, эта катка будет победная, я чувствую. Ребятки, давайте перехватить этого ИСа-2, и я его убью напоследок. Зараза. Ну все, в принципе, ребят, что тут оттянуть дальше резину. Да, катка пройдена. Хорошо. Так. Тут нам можно не рассчитывать, нам я ничего не сделал в основном тут. Так, у нас еще есть. Фух. Сейчас будет 18 минут еще. Так что, ребят, как-то так вот. Не знаю, стоит ли в будущем мне делать стримы по танкам, ребят, когда-то, когда будет все возможно, пишите об этом в комментариях. Так. Но честно, ребят, скажу, танки мне больше нравятся, чем стенду. Вроде так. Потому что там со стендом в последнее время неладное происходит. В общем, ладно, не будем об этом. Так что, ну не только из-за этого. Я в танки играю, да. Просто из-за того, что они реально мне как игра нравится, да. Интересные и затягивает по-своему. Так что так вот. Думаю, что стоя нам... Нет, не стоя. Думаю, что стоя ехать в том же самом направлении, в котором мы ехали. Так как тут танчики интересные очень, да. Давай, давай! Нет, не хочешь, не хочешь. Так, тут, в принципе, сейчас нас повреждают, но ничего. Стреляйте в него, давайте. Я не могу долго стоять, это опасно для жизни. Так, сейчас, в принципе, их будем зажимать, ну хорошо, давай. Поехали, ребята. Сейчас как ударим в бочину, давай! Пум! Да, столкновение со мной тоже уже критичное для них. Ну, зараза, ну ты броня, ну своей броней достаешь. Зараза, блин. Не до последнего держится. Так, тихо-тихо, это хорошее. Шанс хороший. Отлично. Кто-то меня сзади еще, ё-моё, лагает, так как. Тихо. Сейчас мы того завалим, ребятки. Либо пантеру. Честно говоря, я не знаю, кого нужно тут валить. Ладно. Ладно, едем сюда. За пантера едем. Да что твои 200 урона? Блин, вот это уже критично. Это уже очень критично. Зараза. Не пробе... Мы серьезно? Ты проиграли? Капец, я думал, сейчас мы вытащим катку. Ё-моё. Я в шоке просто. Офигеть. Капец, боже. Фу. Вот это было жестко. Ничего не скажешь. Ну что, ребятульки, готовы? Думаю, что однозначно готовы. Поехали. Бой начинается.
Ну хорошо, что начинается. Давай и съедь быстрее. И то быстрее тебя переваливаюсь. Подтолкнем, что ли, его? В общем, ребят, короче, на этом все. Ролик подходит к концу. Так как дальше, ребят, у меня нет возможности продолжать записывать ролик, потому что я не прям хочу добить свой телефон до конца, я имею в виду по памяти. Потому что память там уже тоже не резиновая, вы понимаете. Я, к сожалению, ребят, слил эту катку. В общем, как-то так вот, ребят. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также на все мои соцсети, также на всех моих друзей, также на все мои инстаграм-аккаунты. Комментарии, колокольчик, все в этом духе. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!